Всем привет! Сегодня у нас второй день моего нового аккаунта. Никак не привыкну к ихнему времени. У них уже 8 утра. У меня только 2 ночи. Попробуем сегодня достать каких-то новых питомцев. Попроходить подземочки по-быстрому. Так. Забираем награду за титул. Обязательно сундучок. 5 самиков. Никогда не думал, что для меня это будет настолько приятная награда на таком аккаунте. Так, хорошо. Предыдущие дни мы не забрали. Не можем забрать всю награду. Ну, ничего не поделаешь. Так, что тут у нас? Значки почета, слизнячки. Так, книжечки. Все. Ну, ничего себе, 100 кулачков. Жестко. 100 самиков. Так. Хорошо. Смотрим, что там у нас по питомцам. Можно улучшить. Улучшаем. Питомцам надо качать в первую очередь. Это как дополнительный герой, особенно в начале. Если у вас аккаунт только начал развиваться, надо прокачивать все, всех питомцев по максимуму. Так, улучшить. Так, в чем у меня строители отдыхают? Работать надо. Ребята, надо работать. Ну, еще можно бесплатно, ничего себе. За 2 самоцвета. Нет, это слишком дорого для меня, не могу себе это позволить. Так, новая таблетка. Как хочется нажать на этот сундучок. Так, давайте дальше. Где там наша ратуша? Улучшаем. Так, вот у нас появился квест. Использовать магию, которой у нас до сих пор нет. Так, ставим юнитов на прокачку. Так, дает возможность там прокачать все. Юнитов тоже нужно качать. Это дополнительная сила аккаунта. Плюс они нам будут помогать на прохождении подземок. Так, тут юнитов наняли. Смотрим, что там у нас по квесту. Ставим еще одну шахту. Ладненько. Потратим 2 самоцвета. Так уж и быть.
Так, второй лагерь тоже нам нужен. Нанимаем юнитов и будем пробовать затащить подземочки первые. Так, вторым у нас героем тут будет кого-то такого взять. Возьмем его пока. Он будет в ратушу у нас бить. Так, дальше строим башенку. Увеличиваем хранилище золота. 13 минут, хорошо. Так, ну что, ставим питомца, ведем в первый бой, попробуем. Кого? Возьмем ангела с собой. Слоника у нас нету, к сожалению. И возьмем Феникса, так как он по зоне бьет. Так. Что у нас герой 20 уровня? Надо 10 огоньков. Ну. Так, по магии. Давайте изначально эту магию будем на отхил, потом дальше будем качать ангела и метель. Так, улучшаем до второго уровня. Также ему нужно повысить скилл. Ну, улучшим ангелочка, так как он нам тоже, он у нас уже первый. Так. Так. Этого тоже нужно улучшить. Бабло. Не хватает, хорошо. Потом мы его докачаем. Что у нас тут есть? У нас нету, конечно же. Так, смотрим, архидемон. Вот, архидемон у нас открыт. Ну-ка, 52%. Ну, вообще, топовое сегодня у меня везение. Так, капитан Дрейк, бомбочки. Тут ребята уже, извиняйте, но это уже просто нереально. Хотя, может, со временем все-таки выучим. 99, четенько. 5700 и не угадали. А тут угадали. Так, 39. Сдаем ресурсы. Ай-яй-яй, значки почета, не надо было этого делать. На расстановочку попозже пройдем. Так, побежали. Попробуем затащить первое подземелье. Ну, думаю, с такими героями тут мы без проблем должны справиться. Думаю, тут даже можно поставить цепелину. Побыстрее будем проходить. Его тоже, кстати, надо прокачивать именно для подземок. Так,
Бабло подождет, новый герой нам пока не светит. Понятно все. Побежали дальше. Сейчас, конечно, это, возможно, многим будет и нудное прохождение, но без этого никуда. Решили все-таки начать с нуля. Пока без доната, там дальше посмотрим. Так. Ну что, побежали, дойдем уже все полностью до конца. Так, 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 так. Да, видите, как питомцы помогают на первых подземельях. Просто решают все, я бы так сказал. Так, пробуем элитное затащить. Я думаю, у нас это получится. Пока у нас только всего лишь два героя. Вот смотрите, как Феникс на втором скилле сносит. Очень круто. Так, есть, затащили, побежали дальше. Вот моя армия бежит. Жесткая, жесткая. Конечно, не знаю, я тоже раньше начинал именно так играть. Было очень весело. Меня хватило там где-то приблизительно на недели две, а может и меньше. Так, есть, побежали дальше. Вот чем хорош Бахрома, то что он атакует ратушу, и его придется тоже прокачивать для прохождения в первую очередь, пока у нас не будет новых имбовых героев. Я думаю, они у нас не скоро появятся, и мы не скоро сможем их прокачать на максималку, но будем стараться бегать тем, что есть. Да, раньше, конечно, и питомцев не было. Было очень проблемно бегать. Тут большую часть работы делают все-таки питомцы. Героев самая основная задача просто выжить. Не сильно бежать вперед на вражеских. Смотрите, что они делают. Феникс. Вообще красавчик.
Так, ну что, пришло время качнуть. А вот у нас значков почета нет. Придется продавать книжечки. Так, улучшаем. Открываем тоже друиду уровень. Так, ускоряем постройку. Что мы имеем? Так, забор нам пока не интересен. Имеем дополнительно шахту, дополнительно хранилище, точнее шахту маны. Так, что у нас следующий уровень требует? Плюс 15. Как хорошо, что ввели молоточки для быстрой постройки. Опять же, ускорение времени. Так, у нас добавились новые постройки, у нас добавилась третья база. И сейчас мы прокачаем третьего героя для прохождения подземок. Потому что мы основной упор будем делать на прохождение подземок для того, чтобы потом побольше иметь ресурсов. Так, ну кого возьмем? Нарас нам в принципе не особо сейчас нужен. Химера, душегуб. Все с топовыми талантами, как видите. Возьмем мы все-таки ее. Ставим сюда гарпию. Так, улучшаем. Гарпию тоже открываем возможность прокачки до 40 уровня. Так, кто у нас там дальше? Побежали, добьем первые подземки. Думаю, сейчас в три героя будет все попроще вместе с гарпией. Чуть не убили. Так, ставим. Гарпии наши питомцы. Карасика. Он будет давать массовый отхил плюс скорость бега. И мы ему сейчас прокачаем скилл. Так, нужна мана.
Так, есть. Улучшаем нашу храм знаний, где мы можем прокачать магию, также артефакты, которые у нас пока недоступны. Так, ставим магию, улучшаем ее. 30 минут, хорошо. Сколько нам нужно? 500 самоцветов для строителя, будем копить. Так, ну что, улучшить бабло, второй уровень, побежали дальше. Хорошо, гарпия работает в подземках. Ну, конечно, питомцы. Кто качает с нуля аккаунт и прокачиваете в первую очередь, не жалейте ресурсы на питомцев. Это самое основное. Это дополнительный герой. Так, есть. И магию нужно качать по откату. Давай, давай, давай. Тащите. Я вас верю. Красавчики. Вот она, последняя подземка этой линейки, на которой мы на сегодня закончим прохождение. И будем качать героев до 40 уровня. Тут пока героев с обратками нету, поэтому можно брать смело гарпию. Она нам будет помогать убивать дальние постройки. Так, есть. Вот так вот. Первый трешечок. Последняя подземочка. Начинаем отсюда. Надеюсь, нас сейчас тут не ушатают. Ой, хорош, хорош. Нравится мне. Бог грома. Ну вот так вот, первая линейка. Без смертей закончили. Получаем награду. Ну, хотелось бы побольше, но что есть, то есть, и на этом спасибо. Так, ну что, открываем сундучок. Не хватает нам места. Открываем кайф гарнизон. Новый герой фараон. Две смены. Очень круто. Открываем. Он будет там очень хорошо помогать тоже на начальных подземках. Еще даже с просветом упал, так как у него зона атаки большая, плюс он вводит стан, тоже будет очень полезный. Так, ну что, открываем еще одного героя. Кто тут у нас может упасть? Ну блин, тыковку хотелось бы, либо купидона с этого всего.
Ну, от черепа я бы тоже не отказался. Так, и... Сука, снеговик. Ладно. И на этом спасибо. Тоже не помешает. Так, забираем. Третий герой. Рыцарь. Три героя. Плюс три новых легенды у нас сегодня. Молоточки. Книжечки. Да, неплохо, неплохо за обучение дают. Так можно жить. Мне бы так. Так, ну, в принципе, практически все. Нам нужно еще пройти на арене с нашими мобогероями. Попробовать кого-то ушатать. Так. Давайте попробуем. Первая кровь. Есть. Неплохо, неплохо дает. Ну тут нас сейчас, конечно. А нет, один хранитель. Сейчас у нас тут стычки разберет. Так, смотрим. Жесть. Куда там нам до него? Да. Рановато будет. Так, хорошо, забираем самоцветы. Двести. Ну, еще немного, и мы... Так, открываем рыцаря. И мы сможем нанять еще одного строителя. Так, улучшаем еще разок. Ратушу. Также будем улучшать хранилище золота. Так, арену мы прошли, и у нас осталось закрыть первую волну. Пробуем, ничего не меняя. Волна А, первая попытка. Жесткие, жесткие они. Так, волна А2. Так, А4 и последняя. Опять. Вот как-то так. Качаем сразу троих героев. Почти 3000 силы уже у нас есть. Так, смотрим. Ракушка,
коррозия. Ну, давайте попробуем на душегубе. Бам, ожог не нужен. Каменная кожа. В принципе, можно сюда поставить каменную кожу пока на время. Так, у нас еще значки почета. Еще. Ух ты, сколько ж всего дает-то. Сколько ж можно. Так. Ничего себе. Блин, не знаю, не могу удержаться. Ребята, два раза надо рольнуть, по-любому. Да, наивный я. Хоть яиц набрали. Так, кому нам нужно улучшить скилл, это надо прокачать нам немножко. Надо на прокачку следующего 30 тысяч. Многовато. Многовато будет. Забираем награды. 118 самоцветов. Еще 15. Так можно жить. Так, есть. Вот, в принципе, такой у нас первый день. Сегодня мы прошли первую линейку, прошли первую волну, прошли первый квест, плюс три новых легендарки, подкачали немножко наших питомцев и героев, и завтра уже будем продолжать дальше прокачку. Спешить мы никуда не будем, спешить нам некуда. Будем делать все постепенно, умеренно, так, чтобы нам хватило на все ресурсов. Так, ну давайте еще напоследок попробуем здесь трошануть. Так, череп, сердцеедка. Так, его возьмем. И попробуем Дедушку Мороза. Так, что у нас есть? Интересное по талантикам. Так, я живу черепу коррозию. И разброс попробуем. Так, здесь у нас будет тоже корка. Плюс тяжелый удар. Даже черепу сделаем по-другому. Сделаем черепу смертельный. Вот так. Здесь у нас будет попробуем ожог оживу. Дедушку сделаем ракушка. Так. Здесь у нас будет, давайте здесь тоже попробуем. Вот так сделаем. И здесь попробуем смертельный удар. Вот такая вот сборочка будет. Ну, поехали. Чую, нас сейчас тут нахлобучат. Так, ну-ка, давай, сердцеедка,
Ну, включись. Хорош, хорош. Так, 2-1. Нужно, чтобы сработал смертельный удар. Ой, хорошо, красавчики. 50 кагашек, это для нас немало. Второй заход. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Эх. Ну, 25 тоже неплохо. Ну, как хорошо работает. Фактически одна Тесса разнесла там троих. Плюс 50. Ну, вот такой вот полноценный первый день у нас был. Экспедицию нам еще рано фармить. Забытую тоже. Колизей мы уже пришли. Пишите в комментариях, как вам наш второй день. Ну, как по мне, неплохо. Плюс 3 легенды, все-таки это немало. Раньше о таком только мечтать было. Столько героев получать. Все, подписывайтесь на канал, ждите следующих выпусков. Всем пока.